Всем привет, с вами Марс. Мы начинаем проходить Call of Juarez Узы Крови. Почему я не начал сначала? Ответ прост, на самом деле. Call of Juarez Узы Крови — это первое, с чего начинается сюжет, то есть Золото Ацтеков, Call of Juarez 1, он является сюжетным продолжением именно этой части, и именно поэтому я начал именно с этой. Она считается новее, как правило, и она лучше, ну... Тут нету стольких багов, как там. Она казуальная, она простая. Но она в себе имеет такое негативное свойство, как вываливать на игрока огромное количество врагов. Именно поэтому, скорее всего, я буду проходить ее с читами. Что ж, начнем. Я буду проходить по одной главе за серию. Ставлю среднюю. Пускай вас не настораживает слово то, что я буду играть с щитами, потому что... Сейчас расскажу. Томас, не надо! Он убьет тебя! Я любил вас, а вы лгали мне! Оба лгали! Вы предатели! Чего ты добиваешься, Рэй? Правосудия! Боже, правый! Боже, как же я хотел вернуть моих заблудших братьев на путь истины. Но я не сумел. Теперь мои братья враги друг другу. Как? Почему? Из-за женщины? Золота? Еще вчера мы были как одна семья. Вот это и есть конец. Call of Juarez, Узы Крови. Но для начала нам придется пройти всю игру. Так вот, что я говорил по поводу читов? Я делаю это прохождение... 1864 года, я делаю это прохождение лишь для того, чтобы показать вам сюжет. Сжигая все на своем пути. Для меня с братьями настали лихие времена. Мой отец был убит при антитоме. Мы с мамой остались совсем одни, и сил выбивались, пытаясь хоть как-то сохранить нашу семейную ферму. За 2 года до этого я ушел из семинарии, не закончив образование, поскольку у меня был долг перед семьей. Теперь все, что нам было дорого, было обречено на погибель. Нашей последней надеждой были войска конфедератов, державших оборону на реке Читахучи. Среди них были мои братья, Томас и Рэй. Что ж, начнем? Начнем мы за Рэя. Я постараюсь всю игру пройти именно за этого персонажа, за Рэя. Ну хорошо. Постановка хороша. Да, сэр, спасибо. Так. Убежать. Это время гражданской войны, и нам придется драться.
Мы отбиваем укрепление конфедератов от Янки. Они идут! Да ладно. Ух ты, скупили! Посмотрите, что творят-то демоны. Ладно. Сэр, нужно сообщить штаб. Враг мог перейти через реку. Там был мой брат. А вот сейчас волнует мой брат, Маккон. Приготовь найти и убить всех уцелевших ядов. Я понял. Хорошо, продвигаемся. О'Брайен, сообщи в штаб, что мы отстояли фланг. И что надо атаковать мост. Сэр? По твою мать. Проклятие. В укрытие. Подожди. Да откуда? А, вот, вижу. Ну, покажитесь вы, трусливые нелюбки. Нет времени на игры. Ага, вижу, где-то вот там. Скучи. Держись, брат. Хорошо, попал. Я уже иду, ты потерпи. Проклятие. К черту, я не брошу своего брата умирать. Это верно, надо бежать. Ну, блин, эпичнейшее начало. Только период гражданской войны. Хотя бесполезно, по сути-то. К чему она привела? Так, нам, походу, в эту палатку. А, да, мы же бегаем. Враг уже прорывается через левый фланг. Надо как можно скорее нанести контрудар. Не забывайте, Маккол, как обращается к старшему по званию. Да пошел ты в жопу. Сэр, я прошу позволения начать атаку. Не позволяю. С той стороны вражеские пушки. Мы пройдем через лес. Так, я знаю, что реку обороняет ваш брат, Маккол, и я не позволю вам наделать глупостей. Мы отступаем. Это тактический отбор. Вернитесь к солдатам. Пусть идет, капитан. Сэр, если дойдешь до траншей, Маккол, я брошу тебе на помощь все силы. Сэр, есть, сэр. Капрал Скотт пойдет с вами, Маккол. Сэр, собирайте людей, капрал. Все за мной. Все, пошли. Бодрячком, веди. Так, это сейчас что-то будет вроде обманного маневра или захода с тыла, что-то такого. Мы идем к траншеям, сэр. Мы атакуем. Вы в своем уме? Как вы надеетесь прорваться через их оборону? Вас разорвут в клочья. Все нормально. Если не прорвемся, значит обойдем.
Я не поведу своих людей в эту мясорубку. Смит, укажи дорогу господину Макко. Если он собрался покончить с собой, это его право. Пошли. Сюда, сэр. Пошли. Ладно, вообще. Если семейство Маккола победнее, как у Гуми, мне все равно. Так, ладно. Это же я, кретин! Ясно, не стреляйте вслепую! Цельтесь как следует! Не ушел? И ушел. Смит! О'Брайен! Иди сюда! Бог хранит тебя, Макол. И у него на тебя еще есть план. Может, Богу угодно, чтобы мы отбили эти чертовы траншеи? И то верно. Вперед, солдаты! Самое время как следует угостить янки нашими штыками. Но я думаю, пришло время наверное. По-крупному. Ой. Хорошо стреляет. Они, да я его не вижу. Та-та-та-та-та-та-та. Все, прорвались вроде как. Так, патроны, патроны. Дробовик, да не нужен мне дробовик, это круче. На-на. Держись, брат, я иду к тебе! Ну, скотина, че ты не падаешь-то?
сукин сын. А перезаряжайся тут же полностью, ведра. Там динамит этот дебил взорвал. Ой. Шапку снес. Пулемет Гатлинга. Блин, не дадут пострелять. Чай? Тут есть кто-нибудь? Томас! Чё такое? О, всё. Отбил канал. Ты опоздал. Что? Я заминировал мост, но не могу взорвать его. Янки захватили пушки и держат нас за глотку. Когда подтянутся основные силы, нам крышка. Барнсби пришлет подкрепление. Они не успеют подойти. Смотри, враг идет. Да все будет нормально. Сейчас что-то придумаем. Размотаем. Рэй, там пулемет Гатлинга. Твою мать, Гатлинга. Да черт, я хотел на него пострелять. Ладно. Иди сюда, твари. Ой, какой классный херня. А блин, тут другой пулемет стоит, какого хрена? Но... Эти ямки уже совсем близко! Не ходи! Пойду я, но сначала заткну пасть пушкам. Торопись, патроны на исходе. Скок, со мной. Чё, куда? Хорошо. Так, пора. А все, больше никого. А не, вот еще кто-нибудь. Все? Ой. Скотина. Да нормально. Да как ты живой, я тебе башку дал.
начинает дышать. Ооо, больно тебя нафиг. Ты что, блять, умная что ли? А, кинул, молодец вообще. Нанна. Сейчас подзарядимся и пойдем дальше. Хоть и такой экшон, а время передохнуть дает. Лучше это взорвать. О, нет! Есть склад. Тихо будет. Ох, вовремя, охренеть. Да, блин, надо следить за патронами. Конечно, прикончишь, обязательно. Обязательно. А, все. Помощь. Да. Они высаживаются на берег. Что делать? Черт! Залезай пушки, живо! Какие пушки? Пушки стреляют? Охрененно. А ну. Где они? Где они? С этой пушки же. А, ой. Ага. Выше. Я, в общем-то, так и думал. Нужен. Ну-ка давай по этим попробуем. Ой, хороший выстрел. Повыше, повыше чуть. Ой, прямое попадание. Хорошо. Ой, какие-то падлы высадились-то. Не совсем здесь. Они уже там, на том свете. Так, вот здесь сразу. А взрывать их херам эти. Их не плоты. Уже эти твари умудряются еще и попадать. Да умри ты, ё. Чё, всё? Твою мать! Всем глядеть в оба! Сэр, что вы хотите сделать? Взорвать этот мост к чертям! Хороший выбор. Там
сейчас наверняка будет полный капец. Так, как вы уже услышали, тренер активейтед. И мы пошли. Даже не с этой херней, но вот с временем. Да. Я быстро пробежу, чтобы не мучить. Так. Подойдите! Ага, так меня прикрывают, отлично. Тебе конечно. Конечно. Обязательно. Так. Бежим. Раз. Два. Три. Давай, давай, давай. Валить отсюда нахрен. Да-да. В аду. Все. Да говно вопрос, это было просто. Ну как просто. Да я проходил эту миссию, меня убили раз 100. Ну раз 100 это я преувеличил, конечно, но 5-6 я точно убил. Где застряло чертово подкрепление? Это О'Доннелл? Почему этот ублюдок совсем один? Проклятый Барнсби не прислал никакого подкрепления. Сержант, у меня новый приказ полковника Барнсби. Он объявляет общее отступление. Но мы же держим оборону. Почему он приказывает отступать? Мы отходим в Джонсборо, чтобы защитить пути снабжения. Если ямки отрежут нас, Атланта потеряна. Это же целых 50 миль! Вы выполните приказ, или будете отвечать перед судом. Тихо, О'Доннелл. Наш родной дом на пути неприятеля. И я ни за что не позволю армии Шермана сжечь его дотла. Приказ отдан. Если вы откажетесь подчиниться, вас будут судить как дезертиров. Вы угрожаете мне? Это не угроза, Маккон. Это обещание. Передай полковнику Барнсби, что мы уходим защищать от северян наш дом. И что мы удержали позиции. Верно. Советую убираться отсюда, пока я не разозлился и не поджарил ваши чертовы задницы. Вот и все. Отныне вы, ребята, дезертиры. Поздравляю. Барнсби нас за это приставит к стенке. Только если поймает нас, брат. Только если поймать. Добро пожаловать, Кол оф Варес. Что ж, на этом я завершу эту серию. Следующей будет вторая глава. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.